Всем привет, с вами Бартоломео, со мной вместе Джимикс. Ну, конечно, и сразу мы раскрываем эффект того, что мы будем делать. Ебать. Сегодня мы покажем один очень старый дюб, который мы нашли. А, не мы нашли, давай будем говорить правду. Нам его слил один очень знакомый, очень близкий друг. Еще год назад, но мы решили это не выкладывать в паблик. Но недавно заметили, что, оказывается, пора всем выложить этот дюб. И мы не будем отставать, короче, от всех и покажем его вам. Если вы не видели, смотрите. Для дюба нам потребуется сегодня мухоморная корова в количестве одной штуки. Ты не те яйца взял? Не суть, тут спаун, давай отойдем чуть-чуть сюда. Эх, пойдем сюда. Вот. Так, у нас есть мухоморная корова в количестве 1 штука. Далее нам нужны обычные ванильные ножницы. ГМ0. Так, подожди, ГМ0. И нужна самая быстрая рука на Диком Западе. Если мы будем просто подстригать корову, я сейчас покажу, как это происходит, так, хопа, мы получим несколько грибов в количестве 5 штук. Мои друзья мне подсказали об этом. Так вот, и нам нужна корова, ставь. Но если мы будем очень быстро нажимать, то получится следующее. Смотри. Хоба! И у нас получилось вместо одной коровы целый стак коров. Ну как стак? Брат. Ты можешь затеряться среди коров. Что ты делаешь? Ладно. Давай поставь побольше коров. Я буду их сразу всех подстригать. Хотя у меня есть яйца, я мог сам поставить, но... Вот просто вот так вот можно надюпать себе очень большое количество коровины, говядины, бифа и после этого обожраться и умереть. Да, не всегда мы выкладываем дюпы своевременно, не всегда мы выкладываем дюпы сразу, мы иногда их хотим попользоваться ими, попрятать их, поскрывать, а потом вот так вот не самыми первыми выложить, да? А смотри, а если... Курицу же тоже можешь стричь, насколько помню. Давай попробуем, но это не будет работать. И что ты хочешь, чтобы я сделал? Постриги. Ну, нет? Не работает. Эх. Наверное, я фикс забыл. Я, наверное, фикс забыл откатить. Ребят, вот скажу вам по-честному, некоторые дюпы очень сильно похожи друг на друга. И если вы можете очень быстро кликать по ковру, который дюпается, потом вы кликаете по корове, которая очень быстро дюпается, потом вы кликаете по банкам, которые очень быстро кликаются, потом вы кликаете по ослам, которые очень быстро кликаются, потом вы кликаете еще куда-нибудь очень быстро. Можно выложить 50 одинаковых видео, назвать их по-разному и собирать просмотры, лайки и подписки. И все это будет классно. Да? Ты теперь хочешь ламу, да, чтобы я... Что мне с ламой? Давай кристальный меч, я ее буду убивать. Овца и... так работает? Или нет? Овца? Да ничего не будет работать, у нас фикс. Эх. Давай кристальный меч, я должен делать все так же. Сейчас. Кристальный, да? Ну это все, забей, я уже это поехал. Все, присяду тут около костра. У меня есть свечка, костер. Буду мечтать о будущем и ждать новых дюбов. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был Бартоломео Джимикс. И всем пока-пока. Муууу.